Всем привет! Упражнение для области рта. Техника растяжения круговой мышцы рта. Поднимите верхнюю губу, поместив большие пальцы с внутренней стороны губы. Растягивайте круговую мышцу рта, толкая верхнюю губу сначала немного вперед и вверх, а затем осторожно растягивайте ее с помощью пальцев в разные стороны. Измените положение пальцев и проделайте те же растягивающие упражнения на всей поверхности верхней губы. Таким же образом проработайте нижнюю губу. Каждое положение фиксируйте на несколько секунд и повторяйте два раза. Процедура расслабляет круговую мышцу рта, улучшает звучание голоса, снимая напряжение с мышц, которые двигают губами, разглаживает вертикальные морщинки на губах и восстанавливает объем губ.